По поручению начальника госсанэпидтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой и главы Ленинского района Валерия Венцеля, в субботу 21 июля в Бутовском лесу, недалеко от СНТ «Спасские выселки», был проведен субботник. Данный субботник проводится в рамках штаба по ликвидации несанкционированных навалов и свалок мусора на территории Ленинского муниципального района. Возглавляемого начальником главного управления госсанэпидтехнадзора Татьяны Семеновны Витушевой. Убирается территория леса, привлечена общественность, комитет лесного хозяйства, администрация Ленинского муниципального района и жители. В рамках работы штаба на территории Ленинского района уже ликвидировано порядка 70% несанкционированных свалок и навалов мусора. Это приурочено к акции «Чистое Подмосковье», которая идет по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Судя по количеству отходов, мусор с этой территории не вывозили на протяжении долгого времени. Молодой человек по имени Глеб специально приехал в субботнее утро на уборку из Подольска. Приехал сюда, потому что я хочу сделать мир чище. Я узнал об этом в интернете. Мне крайне неприятно то, что есть такие люди, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому я приехал сюда убраться. Именно такие поступки могут служить примером тем, кто оставляет после себя в лесном массиве залежи стекла и пластика. Мы убираем лес вот от таких пикников, от остатков мусора. Люди приходят, отдыхают, и это вот результат их отдыха. Всего совместными усилиями было собрано 20 кубометров мусора и убрано 2 гектара леса. Дмитрий Книга, Ирина Клочкова, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.